Особенности русской рыбалки, так же, как и особенности национальной охоты, имеют свой характер и прелести. Наиболее колоритна рыбалка зимой. Ледовое волжское пространство буквально притягивает любителей рыбной ловли, кружит им головы и в лютую стужу, и в снежные ненасти. Именно поэтому зимняя рыбалка была включена в программу пребывания в Угличе официальной делегации из города Ильштайна. Цель – это была официальная делегация, и мы хотели поговорить о дальнейшем сотрудничестве, дальнейшие планы этого года. И, конечно, мы сейчас выбрали зиму, потому что наши ни разу не были здесь, и у нас такой снег нет. И поэтому цель – это отдых и партнерская работа. Вот сейчас прокатились вы по Волге на буранах. Каковы впечатления? Да, это, конечно, прекрасно. Они даже не чувствовали, что на Волге, думали на поле. И нет, это просто здорово. Да? У нас этого не бывает. У нас все узкие, нет места. Дивная природа и погода в сочетании с рыбацким азартом позволили гостям в полной мере насладиться русской зимой. Завидный улов, настоящая уха с царской стерлядью. Этот восторг увезут немецкие друзья к себе на родину. И я уверена, долго будут вспоминать этот зимний день в России. Ведь один есть в мире запах, и одна есть в мире нега. Это русский зимний полдень, это русский запах снега.